Что я могу сказать по итогам отстрела нового егеря РОК русской оружейной компании? На мой взгляд, винтовка получилась абсолютно универсальной. Если ее позиционировать как охотничью винтовку, то со всеми задачами на дистанциях от 50 до 100 метров она будет справляться без проблем каких-либо. Почему мне она представилась и видится универсальной? Я сейчас с нее стрелял большим количеством, фактически 6 разными пулями. И все они показали среднюю кучность до 2 угловых минут, то есть до 6 сантиметров. Ну, если не считать 1-2 отрыва, там, 1, как правило, да, по 10 выстрелам. То есть этого более чем достаточно для охоты на цели, под которые такие пули изготавливаются. Поэтому я очень доволен. Тихая, надежная, проверенная почти 10 годами конструкция егеря. Отличный спуск, хороший конструктив, прекрасный ствол лотер-вальтеровский. Не знаю, мне очень нравится. Ну, то есть, вот действительно, винтовка, которой из коробки у меня нет претензий вообще. Очень здорово. Поэтому могу рекомендовать при условии, что другие винтовки будут такого же качества. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, будет много новых интересных видео. Ребята, в предыдущем видео я вам показал, как может стрелять винтовка фактически из коробки пулями Катюша 3,3 грамма. Они у меня закончились, к сожалению. Но я хотел бы продолжить эксперименты. У меня имеются пули Катюша 3 грамма, имеется оборонка 3,5 грамма, экспансив и 3,5 грамма обычная. Но я заказывал 6,42, по факту получил 6,44, 6,45. Они слишком большого размера, сайдера у меня нету. Ну, попробую так загнать их в ствол. У них жесткий свинец, и с трудом они, конечно, туда заходят. Также у меня есть пули от Виктора Кука. Спасибо, ему дал на тесты. Мне самому интересно, я думаю, ему тоже интересно будет. Пули 3,3 грамма его производства и 3,9 грамма его производства. В отличие от предыдущего видео, я сейчас буду стрелять не выносом, а в крест. Я ввел поправки 12 угловых минут. Ну, то есть в среднем должно лететь куда-то туда. Посмотрим. Первые несколько выстрелов буду делать по секторной мишени на 100 метров. Смотреть, куда летит, туда ли вообще. Потом буду делать серию из 10 выстрелов в одну из мишеней. Мишени Extreme Bench Rest, по которым я тренировался, но в силу политических причин тренировки я прекратил именно по этой дисциплине, потому что в этом году поехать туда возможности не будет, визу не дадут. Отстрел буду всех пуль производить с одинакового давления, начиная с 260. Поехали. Начнем давайте с пуль от Виктора Кука. Да, пули, конечно, это не 3 грамма, а 3,3 грамма. То есть точно такие же, как я отстреливал Катюш. Так, 3 выстрела на пристрелку, остальное в зачет пойдет. Интересно, у них достаточно форма. Я не знаю, увидите вы, не увидите. А с таким расширением к концу. Посмотрим. Там уже миражит сильно, поэтому качество картинки будет оставлять желать лучшего.
Слушайте, ну просто, Виктор, слушай, мне прям нравится, правда нравится, очень круто. Следующая пуля, это пуля также от Виктора Кука, 3,9 грамма. Уже такой серьезный вес. Я предполагаю, что должна она лететь ниже. А схема та же, с 260 атмосфер, 3 выстрела на пристрелку и 10 зачет. Ребята, это полнотел. Я настолько рад, что наконец-то у нас научились делать классные полнотелые пули. Вот просто и винтовки. И стреляют, и точно, и кучно. Просто вот гордость берет. То посмотришь, на Западе стреляют там полнотелами. Обалденно, круто. Думаю, что же у нас-то было не так несколько лет. Но научились, и прям душа радуется. Слушайте, ну в общем, если не считать этот отрыв, это порядка 5 сантиметров. По-моему, отличный результат. Очень круто. Виктор, я твоими пулями прям откровенно доволен. Класс. Понравилось. Давайте следующие. Следующие пули при тех же условиях. Катюша 3 грамма ровно. 6,42. Слушай, ну прям классно. Катюша, как всегда, на высоте и очень здорово. Следующая пуля – это оборонка 3,5 грамма, экспансивная. Как я уже говорил, она неправильный размер была сделана Антоном. По-моему, у него партия так и была, где-то я читал. А поэтому очень трудно досылается. Посмотрим, что она покажет. В тире на 50 метров, ну, не особо было, скажем так. Мне вот запихивать приходится в ствол. Мираж такой, что... вообще ничего не вижу. Так, нам же пристреляться сначала надо. Слушай, ну тоже неплохо. Тоже неплохо. Ну и последний на сегодня отстрел. Это оборонка не экспансив, 3,5 грамма, заявленный 6,42, по факту 6,45 примерно. Так. Ну что ж, ребят, пойдемте прогуляемся, проверим, чего мы там настреляли разными полнотелами. Так, ну что же, по мне так результаты очень интересные.